В Молдове снижаются темпы вакцинации от коронавируса. По словам госсекретаря Минздрава Светланы Николаеску, если в августе еженедельно прививки делали в среднем более 30 тысяч человек, то в сентябре этот показатель не превышал 20 тысяч. Чиновница отметила, что в этом году в стране не удастся создать коллективный иммунитет. Для этого необходима вакцинация 75% населения. Если такая тенденция сохранится, очевидно, цель не будет достигнута до конца года. В Минздраве признали, что ожидали большей эффективности от информационной кампании. Там рассчитывают на новые ограничительные меры, среди которых обязательное наличие сертификата о вакцинации на посещение определенных мероприятий. Это будет стимулировать иммунизацию, говорят чиновники. Поощрительные меры, как, например, проведение лотереи, для непривитых не рассматриваются. Некоторые эксперты считают, что на помощь могут прийти политические партии. Acum să se implice ca și parte de soluție și să ajute Ministerul Sănătății. Убедить людей вакцинироваться Минздраву могут помочь политики. Лидеры политических партий должны призвать своих сторонников делать прививки. Считаю, что на сегодня это единственное решение, которое могло бы иметь эффект. Минздрав уже исчерпал все инструменты. Между тем, в ближайших планах введение третьей дозы вакцины от ковида работникам медучреждений. Это связано с тем, что за последние 3 недели наблюдается рост числа случаев инфицирования среди медицинских работников. Аналогичные меры в отношении других категорий из группы риска сейчас не рассматриваются. Причина: в стране на данный момент всего 400 тысяч доз вакцины. По этой же причине Минздрав не учитывает рекомендации Национального комитета по иммунизации, касающиеся иммунизации от ковида детей от 12 лет.